Игорь Трофимович Пасько – философ и политолог, профессор, автор оригинальной историосовской концепции. Ученики Игоря Трофимовича – доктора наук, профессора, достигшие высокого уровня в науке. Я знаю добре Ігоря Трофимовича, людина, яка знає обшир світової філософської і взагалі наукової думки десятиліття, бо інакше не могла народитися подібна книжка. Так от, з такою людиною співпраця, з такою людиною дружба – це високе діло. От, я не знаю, я щасливий від того, що я його знаю, щасливий, що у нас на Донеччині є такий філософ, щасливий за його студентів, за його учнів. Книга «История. Нация. Личность» является своеобразным обобщением философских изысканий автора за последние 25 лет. Этот сборник был на самом деле подготовлен к его дню рождения. То есть собрались люди. В Донецке очень много людей в Украине, которые действительно этого человека любят, которые готовы были вложить свой труд, свои усилия, свои знания в то, чтобы собрать эту книгу, сделать эту книгу. Кстати, не только из Донецка, например, художник нашей обложки из Италии. То есть это действительно вклад очень большого количества людей и вклад... Действительно, признание заслуг этого человека, признание его значимости для всех нас. Содержание книги автор начинил философскими рассуждениями о развитии Украины, а также о самоопределении государства в контексте современного обустройства мира. Эта книга является продолжением монографии Игоря Трофимовича Пасько, которую он написал совместно со своим сыном, доктором философских наук, профессором Ярославом Пасько, которая была посвящена громадянскому суспільству и национальной идее. И эта книга также развивает проблемы философии истории, вопросы становления Украины как независимого государства, свободного государства и идеи, я бы сказал, общефилософского характера. По словам Игоря Пасько, своей работой он попытался ответить на вопрос, нужна ли Украине независимость. Если да, то в какой форме, чтобы мечты о цветущей Украине воплотились в жизнь? Певним чином. Цей жанр, напевно, змикається з публіцистикою і навіть іноді з есеїстикою. Ось приблизно такого роду заяву вийшла ця книжка. Ну, а як вже якість, це вже не моя справа, на те будуть читачі. Книга включила в себя избранные статьи, философские эссе и доклады, посвященные проблематике историософии. Именно размышления о судьбе личности и нации в истории являются главным лейтмотивом статей и интервью, которые читатель найдет на страницах книги. Леся Полякова, Александр Худалий, Первый муниципальный.